моя, она мигана моя, запотлар, запотлар, и ревенди адма, запотлар, и ревенди адма, запотлар. Верка думы жопи, гербы не лапи, и ревенди адма, глубоко. Надо выручить, а то пропадет. Да, братцы, надо выручать. А то погибнет все-таки живое существо. Давай. Эй, наступил на ухо! Ты. Еще глубоко. Мопак, я не достаю. Епа, он не достает до дна. Топак, лезь обратно. У меня руки устали. Держитесь. Я сейчас на руки поплюю. Ты не ушибся? Я нет. А как выберемся отсюда? Черт, а не скотина! Ох, знал бы его норов, и красть бы не стал. Сбагрить бы его кому-нибудь, хоть что-то за него выручить. Куда тебя несет, шайтан, длинноухий? Ты же говорил, что это хороший осел. Откуда я мог знать, что это самый упрямый из всех упрямых ослов? Ну, я его прикончу, у меня больше нет сил терпеть эту скотину. Осел он и есть осел. Уж наплачется тот, кто его купит. Иди, не останавливайся. Послушай. А? Брось ты его, давай лучше передохнем. Я рухну, если сейчас же не поем. Умные слова. Разведем костер, перекусим. Тише. Братья, слышите? Люди добрые! Помогите! Нашел добрых. Это ты добрый или я? А. Эй, люди добрые, выручайте, вытащите нас. Тоже мне люди, а? Как туда забрались, так постарайтесь и обратно выбраться. Вот так. Да. Эй! Куда уж?
ушли! Остановитесь! Мы здесь клад выкопали! Клад? Какой клад? Золото! Целый кувшин! Привязывайте кувшин! Только покрепче! Тащите! Смотри, кувшин маленький, а тяжелый. Тащи! Золото легким не бывает. Видно, здесь обедать собрались. Уноси ноги! Ац! Где кувшин? Где золото? Отвечай сейчас же, куда девали клад, говорите чашу! Отдай я вам золото сразу. Мы 100 лет бы ждали, пока вы нас вытащите. Слушайте, надо достать золото и разделить поровну. Что ты сказал? Никаких поровну. Ты постереги их, а я полезу вниз. Нельзя тебе лезть, ведь ты толстый и тяжелый. Лучше я полезу. Хватайтесь. Крепче держите, болваны! Тяжелые. Устали? Отдохнем. Поплюем на руки? Поплюем! Братья, нас ждет прекрасный обед. Давненько мы мясо не ели. Тут и на ужин хватит. Обманщики, сейчас же поднимите нас! Поднимите, иначе всех перестреляю! Вы слышите крики из ямы? Они, наверное, там проголодались. Сыночки, миленькие, помогите выбраться старику немощному. Возьмите ишака себе. Вытаскивайте, не только куропаток перестреляю. Правоверные. Кибитка и коза — это все, что осталось от пропавших братьев Джапаков. Хорошие были люди. Правда твоя, дорогой Ишан, правда твоя. Соблюдая обычаи предков, по справедливости разделим имущество пропавших. Их души улетели в рай. Аминь! Таков обычай. Кому нужна такая кибитка? Да и коза худая. Какое у них имущество? Где вы так долго пропадали? Бродили по белу свету. Здравствуй, Бастан. Но вдали от родного аула и вода не утоляет жажду. И очаг не греет. Какая ты стала, Бастан? Какая? Красивая. Пока вы скитались по свету, вас уже похоронили. Родственники Джапаков. Правоверные, кто их родственники? Отзовитесь. Откуда быть родственником? Они сироты. Некому их и оплакивать, бедные мальчики. Раз матери не было, откуда дяди взяться? Правоверные. Вы все знаете, кем я был для бедных сирот. Я же им заменял отца. Поэтому я считаю, что их имущество должно принадлежать мне. Братья, у нас объявился отец. Сейчас появится и мамочка. Ах, мои бедные сироты. Я говорил? Я была им матерью, я кормила, обшивала, оберегала их. Знали бы вы, как я любила этих несчастных детей. Тоже мне родственники. Джапаки, не разгибая спины, целых 2 года от зари до зари батрачили на них. Кибитка и коза достаются Киликбаю, как одному из самых близких родственников. Джапак, так они нас по миру пустят. Разве ты не слышал, что сказал почтенный Ишан? Мы попали в рай, а в раю ничего не надо. Там не едят и не пьют. Вот это жизнь. А Джапаков остался еще Дутар. Кому он должен достаться? Рассуди, Ишан. По-моему, этот сладкозвучный Дутар надо отдать самому бедному из нас. Мне не надо.
Не надо. Нет, есть и беднее меня. Мама, вон Джапаки. Джапаки! Ура! Аллах, что творится на белом свете? Люди добрые, нам в раю еще делать нечего. Нам пока и здесь хорошо. Давай я принесу. Нет, нет. Это не мужское дело. Я сама. Ничего не понимаю. Когда вырастешь, тогда поймешь. Кушайте на здоровье, дети мои. Спасибо, Сельбеджи. У нас в животе так пусто, что позвонки можно сосчитать. Вот и поешь. Ну что ж ты, как теперь жить будете? Ведь у вас все Киликбай забрал. Ничего, нас ведь четверо. Будем работать. У нас 8 крепких рук. И 8 глаз. И работы мы не боимся. Это хорошо, но и 4 голодных рта. А ищите, кому вы последний кусочек хлеба отдать? Но, мама... У Джапаков очень добрая душа. Но самое главное, у нас на плечах голова. 4 головы. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуй. Заходи, дядя Джан. Садись. Наконец-то вернулись в родные края. Я шерсти принес немного, только не знаю, понравится ли. Я ковер кончу. Замечательная шерсть. Я ковер кончу. Замечательная шерсть. Как и я сам. Пошутили? И хватит. Пора и честь знать. Благодарим за угощение. Звезды, как монетки. Сколько их? Много. Не меньше, чем денег у Киликбая. А почему бедные добрее богачей? Стань богатым и расскажи нам, почему. Угомонитесь. Спрячьте ваши мудрые мысли до утра в рукава халата. Одни дырки.
бесстыдники. Даже ночью от них покоя нет. Спи, отец, спи. Не надо расстраиваться. Есть хочешь, ушастый? Только зачем так громко кричать? Соседей разбудишь. А там спит девушка. Бостон спит сладко-сладко. А сегодня что будем есть, а? Здравствуй, папа. Здравствуй, мама. Здравствуй, папа. Здравствуй, мама. Пожалуйста, не забудь пришить мне рукав. Здравствуй, папа. Доброе утро. Здравствуй, мама. Здравствуй, папа. Здорово, брат. Прежде чем есть плов, надо его заработать. Спасибо за угощение. Приятного аппетита. Да ты, кажется, сердишься, отец. С чего вы взяли? Какой я вам отец? Вы бесстыдники. Сами говорили, что были для нас как родной отец. Вот еще. По вас бы я с удовольствием траур носила. Глаза бы мои вас не видели. А мне умирать не хочется. Весь аул теперь говорит, что вы наши родители. Хватит голову морочить. Что вам надо, говорите? Ладно, шутки в сторону. Мы на вас 2 года батрачили. Пора рассчитаться. Пора рассчитаться. Баяга, а где наша коза? Вы обещали нам корову за нашу работу. О, какая корова, ну что ты говоришь? Разве мог я такое обещать? Жена, подай-ка сюда мои счеты. Козу я взял за ваши долги. Какие еще долги?
Вот это ваши долги, а здесь ваша работа. Тут все точно записано. Сексаула 50 вязанок. 100 килигбай. Да ты не сбивай со счета. Вот она, зарубочка. Потом хлев починили. Новый построили? Да какой же он новый? Тростник весь черный, насквозь прогнил. Вы же новый тростник пожалели. Мы старый перебирали. Ну, правильно. Сам же говоришь, тростник старый. Откуда же будет хлев новый? Теперь посмотрим, что я вам за вашу работу заплатил. Пару сапог почти новых. Какие еще сапоги? Отличный хибинский халат. Заплаты были новые. 40 кувшинов чала, 20 тандыров чурека. Я помню не 40, а 20. Помню, а у меня записано. Видишь, какой выискался. Ну-ка, где ваши записи, а? Где? Показывай. Вот тут. У сироты 7 желудков, и все голодные, и всем есть подавай. Вот и выходит, не я вам, а вы мне еще должны. 2 года я от себя кусок отрывал, вас кормил, как своих детей. Ну вот что, баяга, рассчитывайте случай по-хорошему. Отдайте корову, как обещали, по-доброму прошу. Что? Да как ты смеешь мне угрожать? Вон из моего дома, голодранцы. Ну ладно. Фу. Я к тебе. Что, Ишули, устали? Давай поможем, донесем до базара. Бедные ребятки, заплатить вам нечем. А разве мы деньги просим? Спасибо, скажешь, хорошо? Ну-ка, давай на ушастого. Опля! Сочные, сладкие арбузы. Покупайте арбузы. Что, хозяин, не идет торговля? Ах, не спрашивай. Не волнуйся, Ешули, мы сейчас продадим твои арбузы. Сочные арбузы, сладкие арбузы. А ну подходите, покупайте арбузы, сладкие арбузы. Выбирайте, какой на вас нот. Деньги давай. Подходи, подходи, маленький арбуз, он самый сладкий. Герой, получение шули, самый лучший. Лови, деньги бросай, деньги. Оп-ля. Сладкий арбуз, замечательный арбуз. Клади, дядя. За что твои силу прибавляет? Кому не понравится, приходи за мнением. Получай, товар, получай, плати. Малаш, вот это помощник. Раздали, дядя. Кончается арбуз, кто не купит, тот погадает. Не хороши. Смотри, какой красавицей стала Бастан. Плохо только, что тот пастух около нее вертится. Не болтай. Кто ее послал, ты пусть сначала заплатит мне долг ее матери. Мильван, посмотри хорошенько, нравится, а? Для чего нам такой ковер? Он же очень маленький. У нас дома есть большие. Дитя еще малое, только ковер увидел. А вот осел длинноухий. Ходите, покупайте ковры. Самый лучший ковер. Покупайте ковры. Красивый ковер, красивый. Скажи, ты аиста видела когда-нибудь? Этот ковер ему подойдет. Ведь аист на одной ноге стоит. Вот если бы ковер ты вместе с красавицей отдала. Братья, кончай торговать. Угу. Давай рассчитаемся, Шули. Куда же вы? Покупателей полно, а я еще деньжат подброшу. Ну как, по рукам? Очень советую оставаться. И Шули, есть в жизни такое, что дороже денег. Ну, получай. Спасибо. Посмотрите, посмотрите на этот красивый ковер, замечательный ковер. Кто купит этот ковер, принесет в дом счастье.
Посмотрите, какой дивный узор! Подходи, покупай ковер! Покупай. Прекрасный ковер! Куда же? Куда же вы? Погодите! Он наш дом украсит, от дурного глаза обезопасит! Дай-ка заберу. Прекрасный ковер! Неповторимый узор! Дай-ка. Я его заберу. Сколько? Я забираю ковер. Да подожди ты! Подожди! Мой ковер! Да подожди. Я первый подошел! Куда ты тянешь? Мой ковер! Плати деньги! Я первый приценял! Беру, держи деньги! Получите, Сильбеджи. Ах, дорогой Джапайджан, если бы не ты, что бы мы делали? Спасибо. Вот сладкий набат, сладкий набат. Что ты делаешь, ушастый? Разве не знаешь, джабайки не воруют? Мензибар, торунды саке. А? Что угодно? Торунды саке. Эй, мусульмане! Кто переведет слова, что этот иностранец говорит? Эй, люди! Кто знает язык чужестранца? Я бы мог перевести. Только я плохо слышу. Теперь я к вашим услугам. Что угодно, господин. Мензи бар турунды саке? Мензи бар турунды саке? Чего он хочет? Понимаете, он мензи бар хочет. А это означает... А, сколько? Но сначала саке турунды. А это значит, что они хотят попробовать. Ну, я не возражаю, пожалуйста. Тарантура. Извини, хозяин. Он говорит, твоя халва не сладкая. Как не сладкая? Сам делал. Лучше моей халвы на всем базаре нет. Самые лучшие, люди добрые. Попробуйте, какая замечательная халва. А этот нечестивец говорит, что не сладкая. А ну, проваливай отсюда! Ты что, не видишь? Кто заплатит за халву, за кишмиш, за мед? Кто ел, того и спрашивай. Мед ты сам съел. Кишмиш и шак. Вот и требуй сашака. Кто знает, может, он тебе заплатит. Что же мне делать? Халвы нет. Мед испорчен, кишмиш пропал. Кто же мне убытки возместит, мошенник? Я найду на тебя управу. Успокойся, Ишули. Твоя правда. Мы нанесли тебе убыток. Вот и шаг. Возьми его в залог. Бамбак, не видишь? Бежим. Думал, что не найдем? Вор, украл у нас ишака. Я не брал, это ишак не мой. Застрелю. Убивают, убивают. А? Тю, тю, тю. Джапак, смотри, вернулся ушастый. Ах ты лопоухи, от сладкой жизни сбежал. Ну что ж, вези, раз пришел. Стойте, братья. Одному-то трудно. Ох, спина. Поможем, брат. Ага. Слезай. Mmm.
Добрый день, Ишули. Здравствуйте. Здравствуйте. О. Здравствуйте. Вах. Давайте я покопаю, Ишули. Спасибо тебе. Третий день спины не разгибаю. Отдохните немного. Ишули, а кто умер? Ну-ка. Тот свет вдогонку Ишана. Уж я ему бороду вырву. Слышишь, Аллах, не забудь. Что, как бараны уставились, закапывайте меня в могилу. Ты сначала умри, а за нами дел не станет. Я уже давно умер. Чем мне жить, как собаке, лучше сразу на тот свет. Последнюю овечку и ту Ишан забрал за долги. Стоит ли умирать? Из-за паршивой овцы? Молодой ты еще, старика учись жизни не знаешь. Голодным детям слез не утирал. Ждал я лето, придет овца, ягненочка, может быть, не родит. Пройдет год, она мне еще двух родит. Это уже стадо. Но овечки-то нет. Ай, что говорить, закапывайте скорее. Ты что ж, с ума сошел? Сыплешь на голову, в глаза можешь попасть. С ног ты надо что, начинать. Ты что, или хотел его закопать? Нет, я раздумал умирать. Жизнь все-таки хоть и плохая, но жизнь. Как бы для него денег достать? Так, 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 так. Есть! Нашел! Не горячая вода. Хорошо. О, всемогущий Аллах, будь милостлив, пошли мне 3 серебряных тумена. Как договорились. Только предупреждаю, 3 тумена и не меньше. Ведь ты обещал. А дал слово, так сдержи его. Только 3. 2,5 не возьму. Ты слышишь меня? Смотри, жена, нищий попрошайка, а с Аллахом как с равным толкует. Просто смотреть стыдно. Ой, что эти нищие стали себе позволять? Не возьму, говорит, меньше 3. Рассказать кому не поверят. Придумал. Дай-ка мне кошелек, испытаю.
Смотри, не отпирайся. 3 тумены, как договорились вчера. Меньше не возьму. Посмотрим, возьмет или нет. Много. Что-то здесь маловато. Нет-нет. Надо еще. Нехорошо меня обманывать. Мелочи, говоришь, нет? Мелочи нет у Аллаха. Ты слышишь? Не понял. Завтра прийти. Ну, только смотри, не забудь. Договорились. До завтра. Ты должен еще тумен. Конечно, конечно. Эй, подожди. Подожди, куда ты? Эй, мусульманин, верни мои деньги! Стой! Мы пошутили! С Аллахом не шутят! Поймал я тебя. Зачем закопали мою могилу? Хочу обратно. Откапывай. Я Шули. Это за овечку. Ишан прислал. А теперь купите себе овечку лучше, чем была. Один, два, три. Добрая у тебя душа. Эй, сынок, как твое имя? За кого молиться Джапаками мне? Джапаками нас зовут. А, Джапаки, Джапаки. Эй, сынок, да благословит вас Аллах. А вот я. Где ты пропадал? Зарабатывал деньги. Сколько получил? Достаточно. Ну что ж, значит, поедим. Давай деньги. Нашелся человек беднее нас. Я ему и отдал. Ха? Здравствуйте, почтенный Ишан. Здравствуйте. Удачи вам, Ишан. Да прославится имя ваше. Здравствуйте. Куда направляетесь, верблюжаты мои? В гости собрались. Только вот забыли, кто нас позвал. Вот как. Может, я? В гости? Нет, поработать. Поработать? А что нужно делать? Да вот сарай поставить. Мне бы такой сарай, как вы Килигбаю сделали. Я даже не хуже заплачу. Не сомневаемся. Обшурить не хуже. Мы работы не боимся. Только Ишак голодный. Ничего, Ишака накормим. Ишак ученый. Он без нас есть не станет. Ну что ж, я и вам соломки дам. Наш Ишак солому не ест. Ему чурек подавай. Thank you.
что ж, молодцы, молодцы, ребятки. Аллах воздаст вам за ваши труды, Джапаки. Пусть Аллах это сделает твоими руками. Вай, ну что же, не возражаю. Как условились, так и будет. Прошу вас, за нами дело не станет. Пошли. Вот, получаете за ваши труды. 4 торбы. Такой был уговор. Уговор был 3. Аллах свидетель. Вот и получай. Выдумал тоже 4 пусть торбы. Пусть придет свидетель и скажет, чья правда. Из-за такого-то пустяка тревожить Аллаха Всемогущего. Даю вам 3 торбы и больше ни горсти не получите. Но нас ведь 4. Ну, Аллах уже с этим рассчитался. И тоже моими руками. Ах ты, паршивая скотина! Вон отсюда! Давай быстрее, пока он там барахтается. Беги, ушастый! Дайте мне этого ишака! Я шкуру с него живем сдеру. Не волнуйтесь, Иша-нога. Он свое уже получил. Да. Что на животное обижаться? Ох, голова трещит. Устал. Чего это вдруг голова? От мыслей. Зачем, например, ишака одолжили? Ты что, забыл? Джапаки выручают тех, кто в беде. Ого! А этот куда направляется? Наверное, на мельницу. Точно. Так мы последними туда попадем. Тихо. Этот завтра приедет. Джапак, подожди. Я устал, давай отдохнем. Может, тебе арбу подать? Хорошо бы. Ну-ка, помоги. Табак, полезай сюда. Ну что ты, брат? Я уж сам как-нибудь дойду. Лезь, тебе говорят. Зачем пропадать добру распосылает Аллах? Папа, мешок тяжелый, одному мне не справиться. О, слабосильный, ничего не может. Ну. Пошли напрямик. Голодранцы, чего уцепились? Не ваше. Нет, Бега. И чувал наш, и зерно наше. Могу доказать. Ну, попробуй, докажи. Люди добрые, будьте свидетелями. Поглядим. Разберемся, кто здесь прав. О, туда попал. Угодил. Смотри-ка. Спасибо, папочка, что так хорошо довезли до мельницы. Ну, молодцы, телефая перехитрили. Куда поставить? А чья это мука? Как это чья? Твоя? Получай.
встретили по дороге человека, попросил отнести. Гильды? Гильды. Ну что ж, мука есть. Может быть, лепешкой угостишь? С удовольствием. Смотрите, болтает в седле, как мешок. Побираетесь. Расселись, как хозяева. А едите-то чужое. А чужое вкуснее. Угощайся. Нам чурека не жалко. Это тебе мама велела передать. Мне ничего не надо. Это кишмир сладкий. Ну что же ты? Бери. Берем. Смотри, понравилось. Разбирается, хоть и осел. Знал, когда прийти. Он у нас умница. Не то, что твоя кляча. Мой конь настоящий халтыкинец. И в дальнем родстве никогда не состоял. И не будет состоять. Никогда. Дураки, мой конь быстрее ветра летит. Никто не обгонит. Не обгонит. Точно говорю, никто не догонит. Я догоню. На чем? Не твое дело. А где твой конь? Или ты на шаке трусить будешь? А может, и на нем. Могу поспорить, что обгоню тебя. Ставлю коня и вот этот халат. А ты что ставишь? Мешок муки и нашего вышака. Сойдет. Давай хоть сейчас. Давай завтра. Надо ушастому отдохнуть. Согласен? Согласен. Только смотри, не раздумай. Я-то не раздумаю. А вы все будете свидетелями. Ладно, проваливай. Ты что? Хочешь его обогнать? Голова есть, что-нибудь придумаю. На ишаке? На двух. Коня, коня, седок, мешок! Мешок, красавчик! Настоящий автозакинет! Красавчик едет! Вот смеху будет! Вот и я пап явился! Да я пап тоже на чистокровном! Ей еще посмотрим, кто кого! Явился, ты пап явился! Начинаем соревнования, ишак против скакуна! Приготовились! Два круга поскачут. Не похпыли, наглотается смех. Это значит, будет. Скачем последний один круг. Лишатся. Зачем мне похпыли? Скачем два. А конь замечательный. Собаки хороший наездник. Толстяк точно придет первым. Келебай опять получит прибыль. Всех приглашаю свидетелей. Пропускаю его на полкруга вперед. Сколько живу на свете, таких скачет не видел. Конь первым пойдет. Если хотят, у них у ишака крылья вырастут. На полкруга не хватит. Гони, я пас! Давай! Не подведи! Не подведи, ушастый! Не подведи! Гони, скорее! Давай! Гони!
мужчина. Да убьет, да не до смерти, отдавай коня. А что я вам говорил? Отпустите! Жалейте меня! Не понравилось. А вы с папочкой нас пожалели? Уйдите! Не надо! Я больше не буду! Чары, подержи коня. Поговорю с его отцом. Придурок! А вам что надо? Зачем пожаловали? Баяга, поговорить пришли. Какие еще разговоры? Мне с вами не о чем говорить. Ты же мудрый человек, Баяга. Мы не станем хитрить с тобой. Мы вернем тебе халат и твоего коня. Только за это отдай корову. Мы ведь ее честно заработали. Отдать вам корову? За мой же халат? С ума сошли? За халат коня. И за то, что мы батрачили на тебя целых 2 года. За то, что вы батрачили, я с вами расплатился. А вот кто избавит меня от позора? А? Позор твой, Келегбай. И оставь его себе. А корову нашу отдай. Ничего вы не получите, вымогатели. Не нравится? Извини, Баяга. Мы не прогадаем. Продадим коня. Стойте! Раскормили дурака. Сыночек ты мой. Этот лоботряс не способен ни к какому делу. Да что ты, отец, поумнеет, когда женится. И он на споры жену проиграет. И мне скажи, кто отдаст свою дочь за такого дурака? Есть же у нас должница. За долги отдаст, Бостан. Ух, только отца расстраиваешь. Бастан, возьми корову себе. У мужчин в хозяйстве другие заботы. Правильно. А мы хлеб построим, навезем травы. Дадите в день кувшин молока, и нам хватит. Ну что ж, я согласна. Мы будем молочко пить, а ты будешь коровку доить. Беда, доченька, доченька родная, беда пришла, беда. Ох, горе мне, горе, кто поможет мне несчастной. Мама, что случилось? Келегбай. Хочет сватать тебя за пельвана. Горе мне, доченька, без доли там нас заберет тебя за наши долги. Не хочу, не хочу. Не плачьте. Я кое-что придумал. Келегбай останется в дураках. Сельбеджи. Проходите, уважаемые гости. Мир твоему дому. Все ли у вас здоровы? Проходите. Слава Аллаху, все хорошо. Заходите, уважаемые гости. Заходите. Садитесь, Дайдук, дорогая. Этот талисман спасет тебя от дурного глаза. Дочерью своей я довольна, Дуйдук Джан. Очень довольна. Хорошая жена Пельвана достанется. Это верно. Мы молодую оденем в шелка. Келегбай для молодых новую белую юрту поставит. Да. Дочь отдаешь в хорошие руки, Сельбеджи. У Келегбая и Дайдук ваша дочь будет жить как в раю. Конечно, конечно, как в раю. Муж сказал, что свадьбу откладывать не надо. Если не возражаешь, я ее хоть завтра заберу к нам в дом. Я за водой схожу, мама. Пусть она в наш дом счастье принесет. Какая она у вас высокая. Да внемлет Аллах твоим словам. Ну что ж, значит, породнимся, Сельби.
Но дело в том, что девушка любит пастуха гильды. Это может помешать свадьбе. Я знаю, такой высокий. Хорошо песни поет и играет. Надо, чтобы этот гильды петь перестал. Понятно? Уведем у него овец, так петь не захочет. Только вот маловато их, всего 14. Для нас это невыгодная работенка. Но ведь он пасет и стадо, и шана. Заодно и оттуда прихватите. Не прогадаете. Но с Ишаном не хочется связываться. Ох, как не хочется. Боюсь я Ишана. Ничего Ишан не узнает. Пущу в свою отару его овечек. Там их ни один шайтан не разыщет. Скорее. Бастан сосватали. Как сосватали? Что? Надо скорее гильды сообщить. Мне уходить из аула нельзя. Почему? Вместо Бастан я. Итак, я жду хороших вестей. Мы больше с ним имеем дело, и денежки мы получаем не от Аллаха. Келегбая. Ну-ка, садись скорей. Скорей. Кляп, скорей. Дай сначала связать. Кого ты вяжешь? Это же моя голова. Вот это не разберешь. Давай, руки. Сейчас мы его. Быстрее. Разбойников. Ничего, гильды. Они не могли далеко уйти. Найдем твоих овец. Эй, толстый. Иди. Кажется, мясо уже готово. Сейчас попробуем. Хорошее мясо. Давно такого не пробовали. Вкусные овцы у Ишана. Кто посмел забраться в мое жилище? Кто посмел забраться в мое жилище? Испепелю! Вот вы, прости нас! Вы
Защити мы нас, великий мы не знали. Дух. Прости нас, мы не знали. Прости. Мы сейчас уйдем отсюда, великий дух. Прости. Что это твои владения. Пощади нас. Этот жабаки, смотри их ноги. А? Сейчас я их... Великий дух, прости нас. Мы сейчас уйдем. Великий дух, добрый дух, не надо. Что вы делаете? Эй, потише, не можешь, мне же больно. А, мне ногу свело, развяжите. Ничего, потерпишь, не умрешь. Ты же меня задушишь! Отпусти, мне дышать трудно! Задыхаюсь! Клянемся, больше я не будем! Я тебя прошу, больно. Тише! Боль! А ты спроси гильды, ему не было больно? Братья, мясо готово, давайте сюда! Да что мне такое? Ух, вот здорово! Опять они нам ужин приготовили. Джапаки, и мне кусочек дай. Прошу вас, хоть ребрышко отрежьте. Я говорил тебе? И я тебе говорил. Что ты мне говорил? Кто? Что ты мне говорил, и я тебе говорил. Не надо было красть овец. Отпустите меня, Джапаки. Больше не буду воровать овец. Больше не буду разбойником. Я лучше стану Ишаном. Ишан еще больше разбойник. Юрта невеста пуста. Может, девушка сбежала? Хороша встреча. На свадьбу не похоже. Что скажешь? Может, постучать? Эй, жиги ты! А ну-ка! Андрей Выкуп! Давайте выкуп! Не дадите выкупу, не получите невесту. Вот вам выкуп. Держите. Вот, держите. Еще. Мы не поскупимся для своего сына. Невеста, я пак нарядился. Позор. Запарю. Невеста стрижена. Такого нашего улица не было. Эй, я под косу нацепила, на невесту стал похож, совсем как бастан. Пришли вчера и сосватали меня за сына Келегбая. А свекровь подарила талисман. Ты что задумала? Посмеяться надо мной? Брось дороги, негодяй. Забыла, сколько мне должна. 10 баранов. Сейчас же, чтоб все вернула. Ишан, Ишан идет. Мусульмане, ваши крики неприятны ушам Аллаха. Что случилось здесь? Расскажите, почему такой шум? Сельби и эти джапаки нас обманули. Ишан, я решил женить своего сына, сосватали бастан. А вместо нее этот шайтан оказался. Раз так, пусть вернет долг. Отвечай, ты ему должна? Не откажешься. Да простит меня, Аллах должна. Аллах велит, мы должны отдавать долги на этом свете. Ибо должник никогда не будет в раю. А ты воля Аллаха выполняешь? Не выполняет. А я хочу сейчас же получить свой долг. Немедленно. Смотрите, джапаки едут. Oh.
Вот бараны. Расплатитесь с Киликбаем. Вовремя, Гильды, ты пришел. Никогда моя дочь не будет твоей невесткой. А вот это наш долг. Забирай их, Киликбай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Эй! А ну-ка подожди. Что это за люди там пахнут? И почему они связаны, как разбойники, а? Пусть они сами скажут. Мы воры и грабители, мы разбойники. Но, пожалуйста, великодушный Ишан, отпусти нас, мы больше не будем грабить. Мы справимся и будем честно жить. Пусть услышит и благословит вас Аллах всемогущий. О, чьи это баран? Мои, конечно, мои. И вы их украли, вы. Я ведь каждого из них метил недавно. Мы не хотели, Киликбай нас заставил. И ты, вор, пусть Аллах тебя за это покарает. Клевеца, я не хотел. Клеветник, не бей. Не хотел. Вор! Сам вор! Сам вор! А, чужих овец воруешь! На тебе! Ну, еще! Эй, разбой! Сам! Тихо убрал! Я тебе все припомню, я тебя проходил за свои черные дела. Бей его, бей! Быстрее, у нас и ноги! Вот они! Настоящий жених и невеста! Люди добрые, приходите на той. Всех приглашаем на свадьбу. А это в дороге пригодится. Спасибо, Сильбеджи. До свидания, Бастан. Желаю вам сыновей хороших. До свидания. До свидания. До свидания. Не скучайте. Эй, кто это там ходит и траву мнет? Верблюжата мои, куда путь держите? Вот так встреча. Куда не пойдешь, он на пути. Сейчас попросит могилу копать. Нет, теперь я не желаю умирать. Разделите со мной мою радость. Вот они, овцы мои. Придет время, стадо мое разрастется, и жизнь у меня будет хорошая. Это вы, верблюжата мои, подарили мне надежду. И земляки наши никогда не забудут Джапаков. Ехать пора. Счастливого вам пути, дети мои. До свидания, отец. До свидания.